Ребята, девчата, всем пламенный привет! Вы находитесь на канале Дневник Милы Фрино. И я Мила Фрино, а это мой дневник! Сегодня финал Кубка Мира, и Франция вышла в финал, поэтому сегодня, конечно же, огромнейший праздник для нас всех. И я вам сейчас покажу, как только камера настроится нормально, что у меня здесь. Я жду гостей, вернее, будете, мы ждем гостей, потому что финал будем смотреть у нас. Что это? Короче, на самом деле я не заядлая футболистка, но когда какие-то такие крупные матчи, особенно когда Франция впервые там за 20 лет она вышла в финал, то, конечно, такая радость объединяет всех людей, особенно французов и хорватов сегодня. Вот, поэтому, конечно, сегодня большой праздник, и я действительно очень надеюсь, что Франция выиграет сегодня. Поэтому давайте проведем этот день вместе! Мне Жужука майку такую классную купил. А, вот она, Франция. Вот так вот. Я такая буду болельщица. Он мне купил майку, но я пока одела фарточек такой, потому что я здесь режу салатики, чтобы были салатики. Вот так вот. Я, знаете, что хотела сказать? Дело в том, что когда проходят подобного рода матчи, если вы обратили внимание, это какой-то просто повсеместный, повсемирный праздник. И это легко объяснить, потому что футбол действительно объединяет людей по той простой причине, что при забивании гола люди испытывают положительную эмоцию все в одну и ту же секунду. Поэтому, конечно, еще раз повторюсь, это все-таки праздник. Все, пошла резать салаты и включусь, когда нарежу все свои салаты. Кто у нас, как всегда, больше всех подготовился? Это Рома, конечно же, смотрите, как он все сделал. Блю, блан, руж. А? Ты пхэй? Али, блю! Фига себе, у нас тут украшена комнатка. Это Рома уже прибежал и быстренько так флаги, так сказать, развесил. Видите, атрибуты всякие, это еще с евро у нас остались с 2016 года. Вот это вот здесь с сыром пармезан, это она сама приготовила. Это? Сейчас, подождите, я вам сейчас покажу. Смотрите, вот это она приготовила, и на этих печенюшках написано «Али ли блю». Qu'est-ce que c'est marqué? Bah c'est pas comme ça qu'on lit. 1, 2, 3. Allez les bleus! Allez les bleus! Sur un bureau là, il avait fait toute la semaine de l'arrosage automatique. Mais ce qui est marrant, c'est que tu vois, moi je suis allé là-bas. Леночка мне свою панамку отдала. Вообще, эта панамка была куплена ей. Но она мне ее отдала. C'est vintage, c'est clair. Moi je suis bien content que tu travailles pour Nike, hein, je te le dis. Bonjour. Bonjour Sik. Comment ça va? Ah ça va bien là. Ça va bien. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui? Allez les bleus. Allez les bleus. Faites-le. Allez. Ramenez-nous la coupe. C'est à nous la coupe. Et il faut qu'on prenne la deuxième étoile. De m'asseoir sur les Champs-Élysées, je vais la voir la coupe. Ah, parce que sinon ils vont revenir demain. Bah, ils vont même pas si, profiter si, un peu là aussi. Si ça gagne, ils sont avec la coupe sur les Champs-Élysées demain. T'inquiète ça pas, va être ça. La fédération, elle apprête l'avion demain matin. Ouais. Et la Coupe du Monde, elle est sur les Champs-Élysées demain après-midi. Là, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai regardé sur Amazon combien ça vaut une Coupe du Monde, une réplique, tu vois. Elle est grande. Давай, 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 давай! Давай, давай! Давай! Encore! Encore! Il a pas mal chaloupé, ton équipe. Allez, les bleus! Bougez pas. Plus court, oui. Moins long, pas sûr. Ça, allez, bleu! Bravo. En de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard
sanglante et levée. Attendons-nous dans nos campagnes mûres. Et c'est bien ce soldat, il vient jusque dans vos bras. Égorgez vos fils et vos chrétiens. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons. На камеру, а потом ты ее обратно туда отправь, где взяла. На травку ее положи, хорошо? Потому что эта штука, она живет на травке. Я не дома. Не дома, да, не дома. А где ее надо положить? Где? На улице, хорошо? Да, иди. Не дома, хорошо? Я тебя тоже люблю, моя доченька. Сильно-сильно. Короче, тот случай, когда можно выйти на улицу и просто поорать. Смотрите, выходишь и такой... И чего тебе за это не будет? Понимаешь, идешь и орешь. Можно выговориться на полную катушку. Идешь, орешь как дебил, а всем хорошо. И это у нас в деревне происходит. Вы еще не видели, что происходит в центре города. Ok.
Представляешь, можно идти орать, и ничего тебе за это не будет. Не вырежу. Кстати, там у меня в комментариях пришел комментарий, типа... У меня в комментариях пришел какая-то... Ну, ты поняла. Там по поводу тебя спрашивают, сколько тебе лет, какого хрена сюда приехал? Ну, типа такого. Нет, как-то вежливо было. Сколько тебе лет, и что ты сюда приехала? Хер узнает. Я муж её ответила. Ты можешь мужа твоего показать, они перестанут вопросы задавать? Жена, они поэтому и задают. Вот у него на меня, спрашивают. Ну, давай, сколько тебе лет? Я знаю точно, что мне уже больше 30. Ну, мне кажется, еще нет 35. Ну, как-то так. Так ты молодуха еще получается такая. Наверное. А вот оно в чем дело. Я знаю, сколько Поори, Ань, поори, пожалуйста, что-нибудь. Поори, типа, французы выиграли, молодцы, там что-нибудь такое. Смотри, он выскочил с флагом на улицу и просто машет перед машиной, и всем пофигу. Достать себе мороженое, которое будет голубое, белое, красное, как сок. Est-ce que vous avez la glace bleu, blanc, rouge? Французы целый месяц бухали перед телевизором пиво, а потом вышли и начали орать: мы чемпионы. Я говорю, да я вам в следующем месяце то же самое могу организовать, если хотите. Да, je crois qu'il y a un champion qui arrive pour me sauver. Аня! Аня! Ah, regarde, attention! Yannis Magou! Yannis Magou!